Приветствую всех трудяги, канал Бульдозер 221, меня зовут Михаил, всем здравствуйте. Наконец-то, ребят, вы дождались, карта Кошмак вышла в общий доступ. О карте Кошмак я практически не знаю ничего, и сейчас мы с вами вместе будем разбираться и смотреть, что здесь есть интересного. Многие писали из вас комментарии, что выйдет карта Кошмак, она будет намного лучше, чем все остальные, она всех заткнет за пояс, она будет самой красивой. Вот в этом сейчас мы и разберемся. А в конце ролика я выскажу свое мнение, что я думаю по этой карте Кошмак. Автор карты Клондайк, на его канал я периодически захожу, когда есть свободное время, но о карте, опять же повторюсь, практически ничего не знаю. И в начале ролика, друзья, хотел бы вас попросить поставить лайк этому видео, написать свой комментарий, что вы думаете по этому поводу. Чем больше будет набираться лайков под таким видео, тем больше я буду делать обзоры на карты, буду искать для вас интересные карты, и в принципе, друзья, вы сможете всегда их скачать по ссылкам, которые я оставляю под видео. Так вот, появляемся мы, друзья, вот в таком вот нашем доме. Именно на карте у нас есть вот такая вот точка. Здесь же, в нашем доме, и располагается курятник, где, в принципе, мы можем покупать куриц и держать, чтобы получать с них яйца, которые впоследствии мы можем продать. Довольно-таки аккуратно, все красиво, все атмосферно, друзья. Обалденно все сделано, ничего лишнего, но зато действительно атмосфера передается. Карта очень светлая, освещение прям на пятерку, прямо очень даже на пятерку. Дом свой также сделан обалденно, и здесь прям, ну, не придраться, все красиво и все обалденно. Видно, что реально автор карты вложил сюда в душу, вложил не один, не час, а даже, наверное, а несколько там дней подряд и кропотливо над этим всем трудился. Ну, действительно, посмотрите, очень даже круто. Так вот, а теперь давайте я вам немножечко зачитаю информацию, которая предоставлена на сайте, где я, собственно говоря, и скачал эту карту. Описание про эту карту, друзья. Карта сделана по реальной местности села Кошмак и его окраин, что расположено в Украине, Черкасской области, Корсунь-Шевченского района. На карте стандартные культуры, одна большая ферма, один машино-тракторный парк, животные, куры, свиньи, коровы и овцы. Точки продажи зерновых и одна под корнеплоды. Собственный элеватор, 248 полей, от самых маленьких и до больших. Самое большое поле 142 гектара, друзья, на минуточку, 142 гектара, и я вам также чуть позже покажу, какие действительно здесь огромные поля. На мой взгляд, они даже превосходят поля на Новгородовке, но опять же, бегать с линейкой и измерять, какое поле на какой карте больше, я думаю, нет никакого смысла. Чисто визуально мы с вами это все дело посмотрим. Так вот, два села присутствуют на карте Кошмак и Миропилля. Две точки продажи тюков, карта не поддерживает мод сезоны, пока не адаптирована, друзья. То есть, с модом сезоны вы пока что в нее поиграть не сможете. Но я уверен, что Клондайк сделает и адаптирует, и карта будет поддерживать мод сезоны без проблем. Также на карте присутствуют два магазина продажи шерсти, яиц и молока. Ну и, собственно говоря, смотрите, мы сейчас с вами проходим по одному из сел, насколько здесь все классно сделано, действительно. Прямо реально не придраться. Отлично, атмосферно. Ну, у меня вот реально нет слов. И как раз вот эта карта, ребят, и как раз вот эта карта подойдет для большой компании 12, 10 человек, 16 человек. Очень даже, кстати, подойдет. Действительно, карта большая. И сейчас посмотрим, какие же здесь есть поля. Ну, это, наверное, какое-то административное здание здесь, да? Какая-то администрация. Ну, смотрите сами. Действительно, очень даже впечатляет. Так, ну а теперь давайте по всем интересным местам, которые присутствуют на этой карте. У нас есть магазин. Здесь, как я и сказал ранее, курятник располагается у нас, собственно, в нашем доме, где мы и появляемся при начале карьеры. Далее. Здесь у нас силосная башня. Здесь продажа корнеплодов. Присутствует перекупщик животных. Присутствует коровье пастбище. Загон для свиней также есть. Есть у нас пастбище для овец. Есть магазин, пожалуйста. Здесь у нас есть, смотрите, продажа зерна, индивидуальный предприниматель Забрейка. То есть мы можем еще продавать зерно индивидуальному предпринимателю. Присутствует также продажа тюков и присутствует продажа зерна ОАО «Урожай». Ну и, наверное, давайте мы с вами начнем все это дело рассказывать, смотреть с нашей базы. Конечно, наверное, многих вас интересует база, где у нас будут храниться трактора, где у нас будет храниться наша техника. Сейчас мы с вами ее посетим. Ну и культуры, друзья, стандартные, как я и сказал ранее. Здесь у нас получается заправочная станция, здесь вот располагается наша база. Смотрите, друзья,
Все аккуратно, ничего лишнего, все красивенько и места достаточно, чтобы хранить нашу технику. Смотрите, вот здесь можно расположить много-много-много чего. В принципе, я думаю, что база на твердую пятерку. Ну, реально, реально, все под рукой, все красиво. Мелочи даже, вот некоторые мелочи также присутствуют, которые действительно добавляют атмосферности на карту, и это очень круто. Некоторые пишут, что зачем такой хлам, допустим, держать, да, на твоей базе, должно быть все красиво, аккуратно, но без вот таких вот мелочей, без вот таких мелочей, да, нет никакой атмосферности на карте. Кто согласен, не забывайте поставить лайк и написать комментарий. Нравится ли вам, когда на базе вот много вот таких вот мелочей, вроде бы, да, никакой полезной нагрузки не несут, но очень атмосферно и очень схоже с реальностью. Где вы видели пустую базу без вот таких вот всяких мелочей? Я, честно говоря, даже и не встречал. В принципе, вот такая вот классная база. Далее, наверное, немаловажным аспектом будет посетить скотные дворы. Давайте отправимся в загон для свиней, ну или, да, наверное, все-таки к перекупщику животных. И, в принципе, все загоны для скота, для наших животных, находятся в одной практически точке. Здесь у нас такой вот агрокомплекс. Это, получается, у нас коровье пастбище. Сейчас мы добежим, ребят, и, значит, коров мы можем приобрести прямо здесь. Все это озвучено. Слышите, да? Коровы у нас мычат. В принципе, здесь все это хорошо сделано, озвучено. Так, где у нас коровье пастбище? Вот оно. Я коров уже здесь приобрел, и сделал я это, ребята, прямо вот здесь на триггере. Подбежал вот сюда, нажал клавишу R, и, в принципе, можно это все дело приобрести прямо. Не надо никуда ездить, ходить, прыгать. Вот, приобрел только что еще пару коров. Вот они, пожалуйста, здесь появились. Далее, здесь же, опять повторюсь, все находится в одном месте. Но мы, наверное, с вами сейчас сделаем следующим образом. Чтобы долго по карте не бегать, мы немножечко с вами полетаем. И вот она у нас, смотрите, ямы силосные. Вот здесь они все присутствуют. Далее, здесь у нас также присутствует свинарник. Ну вот здесь в данный момент у нас, конечно же, овчарня. Давайте, наверное, попробуем их приобрести. Так, найдем сейчас триггер и, может быть, вот здесь... И попробуем приобрести овец. Так, секунду. Отключим полет. Отключим скорость, чтобы не прыгать, не бегать. Да, пожалуйста, вот здесь мы можем прям приобрести овец. Мы их покупаем. Пожалуйста, наши овечки вот появились. Ну и тут же, прям тут же, вот есть у нас свинокомплекс. Загон для свиней. Все в одном месте, все аккуратно, смотрите. Довольно-таки самый красивый, наверное, комплекс именно с животными, который я видел в последнее время. Не нужно заморачиваться, не нужно ничего ставить своего. Здесь реально вот именно вот такой вот скотный двор, большой скотный двор, твердая пятерка. Реально за этот скотный двор твердая пятерка. Я очень щепетильно отношусь к скотным дворам на картах, именно наших картах. Ну, на европейских понятно, они на свой манер сделаны, а вот на наших я очень щепетильно отношусь. Если скотный двор сделан красиво, атмосферно, значит уже карта в принципе играбельна. Так, ну и что мы можем еще здесь посетить? Давайте, наверное, посетим магазин. Вот так магазин выглядит у нас. Сюда мы привозим наши товары. Смотрите, дверка открыта. Можно, в принципе, привезти яйца, молоко, и это все дело выгодно продать. А это у нас получается второе село. Здесь, смотрите, есть также доска с объявлениями. Это у нас получается второе село, и оно у нас называется Миропилля. Получается так. Смотрите, ребят. Классно, классно. Пешеходный трафик на карте присутствует, и автомобильный трафик на карте также присутствует. И вот здесь, значит, пока я читал комментарии под этой картой, именно на сайтах модификации, где она выставлена, некоторым людям... О, смотрите, МТЗ-шечка полетел. Некоторым людям очень понравилось именно вот этот вот автобус, да? И, не знаю, есть ли он в трафике или нет. Наверное, надо посмотреть, будет ли он в трафике или нет, но... Действительно, это все дело у нас атмосферно. Пока что мы видели с вами МТЗ, Нива, и вот еще у нас летит Жигуленочек. В принципе, дорога тоже, смотрите, друзья, не слабая. Что у нас в трафике еще присутствует? Здесь у нас ЗИЛ едет. Здесь у нас едет КАМАЗ. В общем, трафик, друзья, наш. Карта вот так выглядит с высоты птичьего полета. Смотрите, она не маленькая, еще раз повторюсь, далеко не маленькая. И вот сейчас мы с вами находимся... над полем номер 6. Давайте, кстати, посмотрим, какие участки сколько стоят. Поле номер 6.
Участок поля номер 6. Так, давайте попробуем его приобрести. Стоимость его 894 тысячи евро. 894 тысячи евро вот за вот этот вот огромнейший участок просто земли. Вы посмотрите, ребят. Огромный участок земли, действительно. Но это не самое большое поле. Я считаю, одно из самых больших полей, наверное, поле номер 7 и поле номер 1. Вот сейчас мы и посмотрим, сколько они стоят. 2 651 000 евро. Первое поле 2 991 000 евро. Как раз, наверное, оно самое дорогое. Я думаю, что оно самое большое. 245 поле 2 981 000 евро. И вот здесь вот есть часть вот таких вот маленьких полей. Много-много участков земли, в принципе, друзья. Вы можете для какого-то РП, можно это все дело приобрести и снимать себе спокойно, без проблем. 14 поле находится у нас вот здесь, и стоит оно 447 тысяч евро. 243 поле 693 тысячи евро. Ну, по ценам, я думаю, что понятно, недорого, в принципе, нет каких-то космических сумм, да, в 15-20 миллионов евро здесь можно приобрести. Итак, седьмое поле, давайте с вами до него доберемся, и с высоты птичьего полета мы посмотрим, что оно себя представляет. И вот оно, седьмое поле, ребят, вы только зацените масштабы этого поля, вы только посмотрите, насколько оно огромное. Я здесь могу, наверное, сказать с уверенностью, что эти поля больше, чем на Новгородовке. Вот тут можно сказать, что реально поля больше, чем на Новгородовке. Вы только посмотрите на эти масштабы. Реально. Это, ну, это просто, просто обалденно. Действительно, ни конца, ни края. Ни конца, ни края. Земли, в общем, хватит. Поработать реально найдется место. И вся топовая техника здесь будет как нельзя кстати. И будет справляться обалдеть. Ну, действительно, огромные поля. Что касаемо полей еще. Немножечко еще наболтаю. Смотрите, есть более прямоугольные поля. Есть поля, допустим, вот как третье. Вот с такими вот краями. Все по реальности, как вы и любите. Все по реализму, как вы и любите, друзья. Здесь придется поработать немножечко ручками. Своими ручками. Так вот. Куда бы нам еще отправиться? Давайте, наверное, мы с вами отправимся вот сюда, а потом попробуем посмотреть, что у нас вот здесь расположено, в самом краешке этой карты. Нам нужно будет развернуться, наверное, вот так, да, вот так, и мы попробуем долететь до 14-го поля. Вот эти поля, ребят, смотрите, вот эти вот небольшие участки земли, которые, в принципе, можно соединить в одно большое поле. Я считаю, что никакой проблемы это все перепахать не будет. Вот, ребят, смотрите, вот здесь у нас также лес, очень интересный лес, я такого, в принципе, ну, еще не встречал, наверное. В основном сосны стоят, да, какие-то березы, а здесь прям вот своеобразный вот такой вот лесок. Ну и вот здесь в лесу у нас расположилось поле номер 14, вот оно вот так выглядит. Но я скажу вам тоже, это не маленькое поле, это действительно здесь есть где поработать и есть где заработать, так можно сказать, да, ведь в большинстве мы будем работать для того, чтобы заработать и купить технику для своей фермы, для своего вот именно агрокомплекса, агрокомбината и так далее. Вот, пожалуйста, друзья, еще раз село Кошмак. Я думаю, что это село Кошмак. Так, сейчас загрузка пройдет. Вот у нас есть два села. Одно находится, получается, у нас вот тут где-то, да, где-то здесь. Ну, наверное, где-то здесь. А второе вот у нас получается вот здесь. Так, вроде бы так. Сделано все обалденно, оно не маленькое. Все очень красивенько, все аккуратненько. И, в принципе, вот оно вот так. Так, ну а теперь. Ну а теперь, наверное, сейчас мы переместимся вот сюда, в наш дом. Давайте, наверное, несколько слов скажу об этой карте. Лично мое мнение. Карта действительно очень мне понравилась. Карта, сразу же скажу, мне зашла. Я не беру, как некоторые начнут писать, что не поддерживает мод сезона, не работает то. И особенно, наверное, будет популярный комментарий по типу «нет производств», «карта неинтересна», «нет производств», «проходим мимо». Также будут некоторые из вас писать, что поля огромные, мне не подходят. Ребят, но я считаю, что все-таки карта действительно обалденная. Я обязательно в нее поиграю, обязательно в нее поиграю. Сначала соло, потом, возможно, мы запустим несколько стримов, посмотрим, как вам зайдет. Если вам будет интересно, кстати, если вам действительно будет интересно, чтобы мы постримили на этой карте, вот здесь, еще раз повторюсь, ребят, как никогда будет актуальна большая компания работяг. Здесь работы хватит реально всем. В любом случае,
Карта, считаю, получилась достойно. Получилась достойно, автор реально постарался. Вы скачаете ее, когда посмотрите, побегаете, вы сами поймете, что карта действительно обалденная. Наверное, лучше в последний момент именно вот не выходило ничего. Именно в последний момент. Я считаю, что эта карта действительно заслуживает вашего внимания. В принципе, наверное, друзья, на этом все. Ссылочка на карту будет под видео. Не забывайте поставить лайки, не забывайте написать свой комментарий, что вы думаете по этому поводу. Берегите свое здоровье. Всем хорошего настроения и всем пока.